Ой, сейчас сюда долетят бомбы. Красиво, красиво. Навесиком. Ой-ой-ой. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Абгай. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем хай. Статуя. Всем привет. Сегодня мы скачали очень классную карту Лабиринт. King on Fire будет играть за Сиреноголового, и кого он убивает, тоже берет монстра Хендерсона и мочит других. Если печь, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Ой, я уже слышу, кого-то там мочат. А, я упал с вышки, говно! Ах ты, блин, поднимаемся заново. Блин, свалился. Два нового прыжка нету, теперь не получится между вышками перепрыгивать. Теперь только чистейший скилл и умение. Да, блин, я опять чуть не упал, но слава богу. Не, мне кажется, если с шифтом бежать, прыгнуть, я перепрыгну. Так, давайте понаблюдаем. А где Сиреноголовый? Вы его видите? Я его не вижу. Нет. А где он? Вон он внизу, смотрите, он уже... Он внизу! Ну что, ребята, напишите в комментариях, сможет он нас замочить за 5 минут ролика или нет, хоть кого-то. Ну, зато он убивает очень быстро, вроде с одного удара. Да, он под вышкой прям, смотри! Он поднимается к вам! А он ко мне поднимается? Он ко мне поднимается, пацаны! А что, не получается или не работают ступеньки? Хочешь прыгать. Нет, не прыгайте. Можно еще поставить реалистичный урон от падения. А ну тогда мы все тут поумираем просто. Так, он не может подняться. А почему не поднимается? Тяжело. А что, не хочет вверх идти? Не, он поднимается. Идет, пацаны. Загадывать. Ах ты жоп. Бачи, он упал. Давай. Красавчик. Давайте зазумим. Вот это зум. Пошел. Сейчас замочит. Кстати, это очень быстрый сиреноголовый, он реально мочит как-то нереально. Помню, мы даже играли с ним, когда мы уезжали от него на машинах, и он все равно загонял даже самую скоростную машину. Так, взял зубастика. Пошел. Никого не может убить. Давайте попробуем перепрыгнуть, все равно надо спускаться. Ух, можно зацепиться за лестницу, я внизу. О, взял телепортировающийся. Поднимаемся наверх. От греха подальше. О, отлично. Все-таки давайте попробуем перепрыгнуть. Может, все-таки получится как-то. Прыгать в воздухе пробел и контру. Ага, я подую вниз. О, зацепился. Поднимаемся вверх. Я боюсь его очень сильно. Сиреноголовый жесткий пацан. Так, я упал. Отвали! А я тут. Давайте попробуем от него красиво поубегать. Сможет убить или нет? Что ты? Да. О, это было рядом. 70 хп, я уже упал несколько раз. Пацаны. Давай. Ты сможешь. King on Fire, давай, хоть одного замочи. Запутался в ногах. Не сможешь. Ну тяжело попасть, сейчас скажу, сложно. А ну замочи меня. Видишь, ты даже попасть не можешь. А, можешь. Я думал, ты не сможешь попасть. Ну что, идет еще один сиреноголовый, который какой-то неадекватный и хочет много замочить пацанов. Так, надо спаунера поставить там где-то поближе. Тут далековато идти. Так, нас там много человек, но я никого не вижу. Так. В лабиринте реально кого-то поймать. Надо просто зажать как-то в тупиковую сторону и просто мочить. King on Fire, я иду к тебе. Два, так. Они все на вышках. О, так давай сейчас один внизу, один вверху, да? Сейчас, я запутался, но я... Они уже сбежали. Надо, значит, в лабиринте их вылавливать. Так. Я вроде и приближаюсь к вышке. Я сейчас поставлю спаун здесь, чтобы мы не спамились далеко. Так. VG Base.
спаун готов. Пацаны, вы где? Вижу, вижу, на низу, наверху. Ну давай, убей его, блин, чуть-чуть бы и попал. Да блин, это тяжело. Я понимаю, Кинга, ну... Ах ты, блин, ослепил меня гранаты с Counter-Strike GO. Я взял кэт-дога. А ну что, теперь мы с тобой пообщаемся? Иди сюда, щенок. Я иду за тобой. О, я, кстати, высоко прыгаю. Офигеть. Мне это нравится. А где они? Ты их видишь? Я их не вижу. Я их вижу. Одного вижу, он в лабиринте. Я, кстати, бегаю, как и они. Я даже не знаю, как их можно будет убить. А ну иди сюда. Давайте попытаемся его догнать все-таки. Слышишь? Ты чё кидаешь вонючие гранаты? Да я тебе не могу попасть! Вот этого надо взять. Вот этот челик вроде хорошо бьет. Нет, вот этот. Или вот этот. Вот этот. О, да-да-да, вот этот классно лупашит. Да я не могу попасть! Эй, так сложно! Есть! Есть, ну такое ощущение, что ты немножко мне подался. Или просто попался. Прыжок веры. Не, ну кэт-доги классно перепрыгивают весь лабиринт. Есть смысл за них играть. Я вижу, ты... О, еще один, нас уже трое, ну что? Пацаны, вас все меньше и меньше, а Хендерсон и монстры захватили лабиринт. Слышь, хорош слепить свои вонючек гранаты. Гамняной. Так, пацаны, давайте встречаемся возле вышки все и будем распределяться. О, или на вышку залезем и с вышки будем уже смотреть, где они. Блин, ослепил своей вонючей гранатой? Лезем, лезем, лезем наверх. Так прикольно лезет. И руками так делает. Как будто об стену толкается. Так. О, а как мне тебя убить? Сейчас, 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 сейчас. Ах ты галимый. Эй, так нечестно. Смотрите, что я делаю. О, давай, ты тут стой, я туда прыгаю. Ну-ка. А так. Ах ты, блин, говно. И? Слышь ты, я к тебе прыгаю еще раз. Ты меня скинул. Есть, обманул. Сделал вид, что я прыгал, он взял сюда, запрыгнул. Красиво обманул, скажи честно. Ну, четко же. Так, да. Надо брать интеллектом их. А, вижу взрыв, давайте чек, а где же они? Сколько человек еще осталось настоящих людей? Четыре... Двое, да, нас четверо получается. Так, я не наблюдаю их, ты их видишь? Я их не вижу. Нет. А, вон, я вижу, прыгай! Вот это высота! Слышь ты! Ослепитель, осветительный. Хорош слепить, я не вижу нифига. Надо отворачивать. Блин, слышишь? Ха-ха-ха, я ничего не вижу. Мочи, 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 мочи его. Ах ты, говно. У меня еще так прикольно остается картинка предыдущая. Ослепитель. Так, 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 я вижу его. Запрыгиваем. Блин, я боком лечу, немножечко не то нажал. Так, так, я его вижу. Димас, лучше прыгай, shift плюс прыжок. Вот он, вот он, вот он, вот он. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Слышь ты! Разбросатель дыма. Ударил? А, я ослеп, я ничего не вижу. Давайте, сбрасывайте его вниз, а я буду его ждать здесь. Слышь ты. Гамно, иди сюда. Вы видите, что там вас тоже слепит? Блин, эти гранаты удалю после записи, ну их нафиг. Да смотри, даже отворачивать все равно слепит. Димас, пора брать их. Кого, кого, кого? Аниматроников. Нет, это будет сильно просто. Реально, давайте на скилл, вы же можете поймать, я же знаю. Он один. Он один, берет нас обманом, тем, что берет дым бросает и ослепляет нас. А так это нам на руку. Ну, стой в дыму и фигачь его. Я ничего не вижу, и на раз он так жестко слепит, мне это нравится. Хорош, ну прекра... Ах ты жопа. Не хватает быть невидимым. Если бы я стал невидимым, я бы тебя поймал. А, он обманку кинул, как будто кто-то стреляет.
Ну-ну-ну-ну, давай! Да блин, еще чуть-чуть, видели? Еще чуть-чуть, я бы попал по нему. Убил? Не убил. Слышь ты! Ты меня зрения лишаешь. Да я не могу его. Это уже смешно, но в этом есть прикол. Так, подождите, подождите, что происходит? Какие у нас еще есть монстры? Вот такой есть монстр. А я могу невидимым быть? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты свинью взял? Да. Она может... Она может невидимой вставать и летать может. Все, пацаны, берите свинью. Мы его выслеживаем на нычку. Ну что? Теперь ты у нас попадешься. Пацаны, давайте по красоте его замочим. Вижу, вижу, вижу. Мистикса вижу. Бежит, бежит, бежит. Надо его перехватить, да, где-то пораньше. Так, давайте прочитаем его все штуковины. Я его жду здесь. Он сейчас по-любому здесь выбежит. О, кстати, он хорошо бьет, прям быстро. Не вижу. Вижу. А ну иди сюда. А ну, блин, я такой медленный. Эй, а чё я еле хожу? Ах ты жопа, вас уже двое. Так, давайте этого все-таки челика возьмем. Так нас и было двое. Не, имею в виду, что вы объединились между собой, и теперь будете нас обманывать вдвоем. То он один тут ходил, нас гонял. Ах ты жлоб, еще чуть-чуть, пацаны. Блин, ну чего-то не хватает, просто чуть-чуточку. Не, ну реально, я сейчас разозлюсь, возьму аниматроника бешеного. Блин, как же вас поймать? Смотри, накидал тут гранат миллион штук, вонючих. Блин, видел? Видел? Я попал по нему вроде бы. Стоим здесь, стоим. Ты что накоптил вонищем своим? Ой, извини, не того убил, блин. Своего убил с одного раза, притом, независимо от сколько жизней. Ах ты жлоб. Блин, я его реально хочу сильно, очень сильно убить. Ах ты слепитель гомнян. А ты себя не слепишь? Мистикс, мистикс. За ним все. Да ты смотри, что они делают. Наказывают нас? Ах ты. Пацаны, надо, чтобы все стояли на контрольных точках на проходах. Я вот тут буду стоять. Может, они все-таки будут проходить здесь? У нас есть очень мощные монстры. Помогай ты мне, друг. Все, я сдохну. Ой, не то поставил. Так, кого же нам взять? У меня 8. Твистелп. Смотрите, кто у меня есть. Ну что теперь ты нам скажешь на это? А ну иди сюда. Опа, обгай есть. Я реально разозлился. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Ладно, скажу, это было не очень честно. Но теперь я хочу, чтобы мы взяли все аниматроников и сделали битву между аниматрониками. Кто самый сильный из нас? Давайте, через 5 секунд начинается битва. Каждый сам за себя. И тот, кто проигрывает, ждет, пока остальные... Да, играют. 3, 2, 1, битва началась. Так, 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 такая тишина сразу. Любых, любых аниматроников, каких хочешь. Есть, одного слил. Одного слил, это хороший знак. Ах ты, блин, я ж дернулся. Второго слили, это плохой знак, это я был. Сейчас будет что-то эпичное. Интересно, огонь до нас долетит или нет? О, это лимит был, значит многовато взорвалось. Ой-ой-ой-ой, сейчас сюда долетят бомбы. Красиво, красиво. Навесиком. Ой-ой-ой. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.